Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали бабку Грэнни в лабиринте, так что, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, у нас просто не прятки, у нас сегодня догонялки, ты должен нас просто поймать. А тот, кто умирает, стоит тоже бабкой Грэнни и начинает мочить вместе с Сережкой. Ну что, готовы? Да, капитан. Да, бабка Грэнни вонючая. Кто бежит от вонючей бабки Грэнни? Ребята, как настроение очень классное. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем 1 000 000 подписчиков. Осталось совсем немножко. И когда у меня будет 1 000 000 подписчиков, буду смотреть этот ролик и радоваться, когда у меня не было 1 000 000. Димас, а можно оружие использовать? Нет, сначала он должен поймать нас. Таня, что? Давай еще, может, админский пекаль будем использовать? Нет, конечно. Не-не-не-не-не-не, это уже жестко вы что-то. Серега. А. Я за тобой бегу со спины, видишь меня? А где ты? Нет, да ладно, тебя. Я шучу. Ты, блин, я пошутил. Я пошутил. Я эх, два раза, Серега. Убежала от меня за спиной. Не ссы, я так сразу сделал. Серега, ты что стоишь, смотришь, все? Ну, все. Он хочет тебя убить. Привет, скромник. Это моя тактика такая, смотреть в стену и ожидать эту жертву. Ах ты хитрый жук, я знал, я тоже такую тактику люблю выбирать. Хитрозадости, да? Это у тебя в генах, да? Да, у тебя, короче, пятая точка более развитая просто, чем остальные. Да, вот у тебя еще больше. Давай, споганься еще раз. После вас, мистер Димас. Не, я так не гуляю. Нет, погуляйте. Полезно для здоровья. Я застрял. Так, енот убил фисташку и сам сдох на своей мини. Да, умный человек бы так не сделал. Я не заметила, если... Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. А я бегу, не знаю куда, я просто постоянно в движении. А пока я бегу... енот. Я енота убил. Все, давай, енот, бери, давай Грэнни бабку или паука и давай начинай помогать. Эй, да я улечу, вы сейчас меня убьете, так нечестно, я хочу еще прожить. Димас на спауне, я бегу. Так я со спауна, ну нет, ой. Ну не-не-не. Не-не-не, Димас. Что? Найду тебя. Отвалите. Не отвалим. О, фисташка, привет, красавица. Блин. Я ж тебя поймаю. Да Серега, я должен еще был прожить 1 минуту. Не минута уже прошла. Я так. Фисташку потерял, у меня что-то подлагало, но это ей повезло, ой, по сути. Ой, ой. А что я Грэнни не могу найти? Где эта бабка вонючая? А пилпаки. Вот она, есть. Ой, блин, я чуть Грэнни скромника не замочил. О, Димас, привет, все, поймали? Камера дергается. Аня. Собачку. Ну, привет, Димас, давай, пойдем. Бабки, армия бабок Грэнни за мной. Ура, бабки Грэнни. Ой, паука. О, есть. Я чуть паука не съел, Димас. Надо было его ты мочить. Тоже? За что? Он нам помогает. Так, давайте сделаем перекличку. Кого мы еще не убили? Фисташка осталась и Джессус. Так, нет, так Джессус умер. И Арекс, еще Арекс нифига остался. Нифига себе, сколько понаплаждалось вас. И Мога не убили еще, он где-то тут гуляет. Так, я делаю от первого лица, так будет легче их мочить. Да-да-да. Серега, я знаю, где они. Я передумала. Где? Во, Мога убили, осталось трое. Паучара! Так, я тут достал. У меня арахнофобия. Давай, Димас. Я за бегу, тобой, я за бегу, тобой. Я бегу, я чувствую запах фисташки. А я и думаю, что это говно, а что это от нее так воняет? Фисташка, не пиши это, больше это нам. Фисташка обкакалась, наверное. У меня боязнь пауков, у меня жесткий боязнь пауков. А фисташка. Вот она, я ее мочу. Все за ней. Ого, и сколько за вами. Фисташка, я ее пытаюсь, я ее сейчас съем. Ах, есть! Ты. Съел! Так, ну что, всех убили? Ай! Меня-то за что? Сори. Нет, остался Джессус, по-моему. Так. Нет, я все, тоже все. Остался, живой бегу. А. Ах, кино, да, знаешь. и этот. Так, рассеиваемся по карте, ищем его, пацаны. Сайрекс, нет. Так. Эй, кто это?
Кто-то пищит, скрипит. Правильно, бойтесь, опа, бабка Грэнни идет. Опа, я вижу тебя, Арикс. Прыгаешь. От судьбы не уйдешь, дружочек. Съел. Отлично. Остался Джесус. Один Джесус. Нет, Джесус, он уже умер. А, умер? А, ну Димас, тогда всех нашли. Так, хорошо. Пацаны, ну что, теперь я бабка Грэнни. Серега, ты знаешь, что сейчас буду делать? Да, будешь нас искать и убивать. Нет, я именно принципиально именно тебя первого замочу. Давай, Димас. Так да, я уже заспил. Да меня-то за что ты убил, дурак? Серега, видишь? Скромник, балбес. Ребята, а ты что говорил, не могу убить? Убил на расстоянии мысленно. Ну, да, убил все-таки, но не ты. Эх, кто тут бегает? Эх. Бабка Грэнни не может невидимой вставать? Нет, по-моему. Ой, а что это? Или может? Я могу зато... Я могу ТП-хаться зато. Отлично, отлично. Ну, ты меня не первым слил, кстати. Ну, сейчас я тебя убью, не переживай. Фу, ё-моё, енот со своими газами, пердежом, блин. Правильно, енот. Я ему дал $100, он теперь вас мочит. Почему енот не умер? Вот, хейтер номер один, это енот мой. Ой, привет. Запомните это, за хейтеров. Не иди там, мины! А подожди, кто-то за голубя играет? Блин. Фу, ё-моё, опять енот. Опять енот свои газы, это, перданул здесь, и это, меня... Он газы пускает. Он меня пытается убить. Пердун, блин, вонючий. Взял тут напердел на спауне. Ой, я выдал свое местоположение. Три бабка Грэнни. Да хватит C4 ставить. Вы что, моей смерти хотите? Так, я буду тут стоять. Я кого-то по-любому встречу на развилке. Так, я все бабки Грэ... Ого, сука, у нас уже. Енот, ты задолбал. Ой, Димас! Обстоятельства, я понял. Извиняйся. Бабку Грэнни другую возьму. Да бывает, я знаю такое. Ой-ой-ой-ой-ой, я... Отступаем, отступаем от вонючей бабки Грэнни, ведь не достанет она меня. Есть. Так, ой, ну что, ой, нас ой. Уже очень много. Серега, ты живой еще? Да, я живой еще, бегаю от бабы Грэнни. Я решил, хватит пердеть, я лучше побегаю просто. Нафиг мне мины ставить, я хочу жить. Вечно. Не получится, да. Тебя убью. Будет. Нет, у тебя не получится меня убить, Димас. Я... Мама мия, мама мия! Серега, ой, енот, молодец. Серега, ты слабый. Да, он опять перданул мне в морду свои гранаты, блин. Воняет пердежом. Обстоятельства. От тебя даже отсюда воняет. Я убегаю от Димаса, который пытается меня, наверное, сейчас убить. Но у него не получается. Блин, я сальтухи задние сделал тут, бабка Грэнни. Кто еще живой? Кого Грэнни не съела пока что? Меня не съели. Как тебя поймать? Вот я живу, я... Ой-ой-ой, скромник пока. Пока скромник. Енот. Да убейте этого додика. Я больше всего умираю. Да что ж такое? Енот, ты задолбал. Мне нравится, нормально, обстоятельства. Обстоятельства, Димас. Серега, с 4 он умер. Нет, это меня не енот убил. Так, я буду повтор записи смотреть, спорный момент. Енот сам себя убил. Дима, ой, Серега. Грэнни, за мной! Это скромник! А мочите его, мочите! Ой! Ей, Джесус, там вы друг друга мочите и все. Да ну блин, вот как сейчас! Ой, ё-моё! Скромник всех мочит, но давай, не меня. Давай, испугаемся, давай. После вас, мистер Димас. А опять енот со своим пердежом тут, а? Задолбал. О, Димас, привет, как дела? Ай, блин, опять енот. Да ты задолбал, енот. Ой, сколько баба Грэнни здесь наспала. Тут понаплаждалось очень много штук. Давай, иди сюда, где ты лазишь? Вы как кролики распространяетесь. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да. Я не позволю вам убить меня. Я лучше сдохну от пердежа енота, чем от вас. Давай, Серега, так, еще раз умираешь, и все, ты проиграл. Даже если от пердежа енота, ты все равно проиграл. Все, погнали. А это енот. Все, жизнь твоя дорога. Ладно, давайте. Енот если... О, все. Все, енот мертв. Енот, да, ты проиграл, все, давай теперь бабка Грэнни, потому что вы читерите, так нечестно. Не-не-не, я не умер, енот умер, я еще так, живой. Ой, так. Сколько баба Грэнни. Вот он. Живой, а, есть. Моя нога. Я это сделал, пацаны.
С 50-й попытки. Ну, блин, ты какой-то сильно жесткий. Тебя реально сложно поймать. В этой карте сложновато ловить. Мало места, а собаки очень маленькие. Тут легко обмануть. Конечно, Димас, потому что я эту карту наизусть знаю. Прежде чем идти записывать, я аж изучаю карту. Итак, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. На-на. Yeah. It's delicious.